решил, что будет праздничное платье. Вот с такими прямо во-во-во надел свои туфельки. И все супер. В общем, у нас тут для всем сегодня не скучно. Вот. Особенно вот это... Да, вообще красота, блин, полная. Че у нас вот так вот все? Нормально, шикарное платье. О! Только лом его не знает, подрезать или нет, может быть. О-о-о-о! Вот эта штука хорошая. Ну. О! Это платье, да, и не что-нибудь иное. По-моему, она, и оно ей понравилось. Тоже? Смеется, веселятся, боже мой, да, нормально. Босоножки подошли. У обеих 37 размер. Разобрали девушки немедленно. Они обе здесь живут в реабилитации. И Сон, и Леон. О, нормально. По крайней мере, радостный вечер получился. Вот. Валя у нас весит уже 87 килограмм, похудел. Малек. Малек, будем догонять до 82. До спортивной формы. Валька, как? А, все, не буду. Ладно, нормально. Тебя не снимаем. О, аудеп. О, деп. О, деп. О, Леом, о, Сон. Сон. А, Сон, окей. Разобрались. Леом, о, Леом. А, нё. Короче, да, в общем, тут... Красивое голубое платье с бусинками. Но, по-моему, маленькое. Неужели маленькое? Маленькое на лывом. Сон. О, сейчас Сон будет мерить. О! А, Сэм! Кат. Чуть-чуть. В общем, его только подрезать надо. О! Рой.